Нет, все нормально. Тамарусик, привет. Моя крошечка, ты тут? Хотела, лежу, думаю, чем бы таким заняться. Ну-ка, давайте на вопросы поотвечаю. Хотела создать вопросник. Потом думаю, сейчас создам вопросник. Это же нужно картинки искать, картинки искать. Неохота. Поэтому, думаю, выйду-ка я в прямой эфир, в котором 100 лет не была. В будни не удается никогда выйти к вам поболтать. Поэтому хоть выходной день. Спасибо большое за комплименты в адрес детей. Я-то после вчерашней гулянки навряд ли какие-то комплименты, конечно, заработаю. Слушайте, как круто тусоваться с мамой. Я вообще даже не ожидала. Это уже понимаешь, когда реально становишься взрослой девочкой. Привет, привет, всем привет. Ну что, о чем болтать будем? Давайте какую-нибудь тему интересную затронем. Будем ее развивать. Нет, Маруся по субботам не учится, нет. Мама и бабушка шикарны. Это правда. Да, я в семье единственный ребенок, и мама моя единственный ребенок в семье. Я от этого очень сильно в детстве страдала, того, что у меня не было ни братика, ни сестренки, поэтому я всегда думала, что если у меня будет ребенок, точнее, я всегда знала, что если у меня будет ребенок, то обязательно их будет двое, потому что мне было прям плохо в детстве, все время я... Не знаю, когда мне мои подруги жаловались на своих братьев и сестер, я все время думала, блин, вот вы дурачки, не цените, потому что, ну, там мы гуляли, и потом разбегались, и вот они вместе шли домой, а и мне было одиноко. Хотя у меня было огромное количество друзей, всегда у меня было много подруг, всегда. Но вот, конечно, что касается вот нету ни братика, ни сестренки, это меня сильно расстраивало. Мне было хорошо одной. Ну, кому-то нет, кто-то любит. Я, например, терпеть не могу одиночество. И там дома оставаться одна не люблю. А кто-то кайфует, говорит, блин, хоть бы все смотались, чтобы я одна осталась. А у меня вот нет такого ощущения. Мама и бабушка красивые, спасибо. И двоюродных нету тоже, потому что мама одна. У моей баб Гали мама тоже одна. И я одна. И понимаете, так, когда нет братьев и сестер, хотя бы двоюродные есть, и это прикольно. У меня дочь уже 15 лет тоже просит. Так давайте, чё вы? Дочери 15 лет, это вы еще молодая. Я, правда, не знаю, во сколько вы ее родили, но, судя по аватарке, вам молодая. Я вообще считаю, что понятно, что за когда там за 35 уже тяжело рожать, но Европа вся рожает, как правило, после 30 лет. Вот. Видите, у нас сколько женщин, которые любят быть одни. Ташкенту тоже большой привет. Нет, моей дочке 10 лет, не 15. Когда конкурс будете продолжать?
А как его надо продолжать, скажите, пожалуйста? В чем должно быть его продолжение? Его будет только завершение, и завершение будет, я вам обязательно объявлю это число. Давайте еще, послушайте, я смотреть ни на кого не хочу. У меня своя судьба, своя жизнь, поэтому, когда мне ставят в пример других, говорят, вот смотрите, она рожает, а ты вот не хочешь ли еще. Каждый человек вправе сам решать, когда ему рожать и сколько детей. И смотреть на других я точно никогда не буду, мне вообще все равно на это. Женщины просто стали намного сильнее, поэтому одиноки. Знаете, это двоякая история, я вам так могу сказать. Действительно, но женщины... В большинстве своем перестали быть терпилами. И вот это меня в женщинах очень радует, потому что я и по детству помню историю там, от своих подруг, от знакомых. То, что я видела, как их мамы терпели побои, как боялись разводиться. Но наше поколение, наших мам еще посмелее. Вот наши мамы еще разводились. А вот, допустим, нашим бабушкам вообще было это все запрещено. И так получалось, что многие жили там с алкоголиками, с мужьями, которые били, которые изменяли, и они это терпели. Вот я считаю, самое главное, женщинам не нужно терпеть. Женщина на свое усмотрение может какие-то там вещи прощать, безусловно, что-то принимать, но если она... находится в отношениях с мужчиной, не любит его, а терпит к себе какое-то отношение и не может развестись только потому, что жилищные какие-то условия или боится, ну вот, боится, что ее осудят, например, да, вот кавказские женщины в большинстве своем очень боятся осуждения, да, допустим, и не решаются на такое. Я не за пропаганду разводов, ни в коем случае, не за то, чтобы женщины бросали свои семьи. Знаете, есть, которым заводят одну семью, не справляются, вторую, третью. Вот я против такой истории, безусловно. Но я и не за то, чтобы женщина до конца терпела. Поэтому моя пропаганда, что касается женщин, это становиться самостоятельными, по большей ее части. То есть, мне кажется... Женщине нужно стараться не сильно зависеть от мужчины, потому что порой, когда она сильно зависит, это ее и губит. Ну, вот есть разные мужчины, есть, которым это нравится, они это делают, и спокойно все. Есть женщины, которые вынуждены жить, не могут уйти, ничего сделать, потому что как бы они вот зависят. Но я не согласна, что сильные женщины должны оставаться одни. Это бред полный. И что им хорошо одним. Я с этим полностью не согласна. Я не верю ни в одну женщину, которая говорит, что ей хорошо одной. Да, может быть, это уже привычка у нее такая, если, но если она долгое время прожила одна, потом она просто свыклась с этим. Но я не считаю, что миссия женщины заключается в том, чтобы она была одна. Безусловно, нет, конечно. Задача женщины – это обрести семью, быть счастливой. Безусловно, там, родить детей, воспитывать своих внуков. То есть дети все дома, кто чем занимается. Маруська Стеона на третьем этаже играет. Ксюш, как понять, любишь ты своего мужа или нет? Ну, смотрите, раз вы задаете этот вопрос, значит, скорее всего, наверное, вы не любите своего мужа, потому что, мне кажется, женщина четко знает, любит она своего человека или нет.
Ну просто да, когда человек задается таким вопросом, уже понятно, что, наверное. Еще говорят, когда теряешь человека, понимаешь, любишь или нет. Не знаю. Нет, веселее от меня сегодня тоже не жди. Муж взял у меня 1,5 месяца беременности с чужим ребенком. У нас через 7 лет появилась дочь. Мы живем 16 лет вместе. Он любит обоих детей одинаково. Это замечательно. Нет, ой, Эльчик, привет, дорогая. Не, я не грустная, я просто лежу такая вся на расслабоне, потому что сегодня суббота. Как ты считаешь, может ли у человека быть любовь сильная, неземная и к первому мужу, и ко второму? Одновременно вы имеете в виду или что? Не поняла немножко. Может быть так, что человек несколько раз может любить. В это я верю. Но одновременно, вот когда там некоторые женщины говорят, ну я люблю и того, и этого. Нет, в это я не верю. Потому что любовь – это прежде всего уважение к человеку, да, это какое-то такое реально неземное чувство. А какое уважение может быть, если у тебя там есть муж и любовник там, или ты любишь двоих каких-то мужчин, это же бред. Вчера напелась в караоке, видите, горло. Ребят, на тему косметологии вообще не хочется разговаривать, если честно, по крайней мере, сейчас точно. Я не согласна. Ну, что вы имеете в виду, что человек многолюб, что конкретно? Это все зависит от человека. Все, кто про губы задают какие-то вопросы, сразу в блок. Почему так губы не дают покоя? Это ж кошмар просто. Надо быть такими, а? Голос, да, не самый лучший. Считаете ли вы себя эгоисткой? Ну, судя по тому, что я росла без братьев и сестер, то да, наверное, конечно, считаю, да. Делиться сложно. Хотя я щедрый человек. И, ну, как мне кажется, я не знаю, про себя вообще такие вещи сложно говорить, но тем не менее, я могу сказать, что мне никогда не бывает жалко. Но мне важно, чтобы мне досталось, и я поделюсь там какие-то такие вещи, ну, не знаю. Да нет, дело не в том, что они завидуют там моим губам, не завидуют, они просто не знают, к чему придраться. Они уже смотрят на мои родинки на губах, думают, что это проколы. Вы когда-нибудь видели вообще, чтобы у людей, кто колет губы, оставались проколы? Мне кажется, это такая глупость вообще. И потом, вот я серьезно говорю, если бы я колола губы, зачем мне это скрывать? Вот для чего? Я вот когда там, ну, у меня, в принципе, один всегда косметолог, но бывает так, что я прихожу к какому-то новому косметологу, и он начинает делать массаж, и берет за губы, и начинает вот так вот делать. Ну, это включает массаж лица. Но иногда я прям смотрю тщательно, человек долго, и я говорю, что вы гель там ищете? И она начинает улыбаться, и я говорю, ну что, нашли гель? Она говорит, нет, но очень многие типа всегда говорят, что у вас гель в нижней губе, верхней. И я говорю, я знаю, что говорят, ну что, вы теперь сами проверили, убедили, что нету. Ну да, типа, блин, вообще.
Да нет, вы понимаете, просто людям, наверное, сложно во что-то поверить. Ну вот, у меня никогда не было таких длинных ресниц. Я и не хожу, и не кричу о том, что это мои ресницы. Но я реально их наращиваю, хотя у меня свои неплохие ресницы. И, ну вот, мне не хватает там густоты, допустим, хотелось бы больше. Тем более экран, он съедает, и макияж съедает, и вообще, в принципе, очень... Ну, чтобы эффект был на телеке выразительных глаз, то, конечно, ресницы нужны. Поэтому там частенько и ресницы клеят, пучки или делают наращивание. Вот что мне это скрывать? Я это скрывать не буду. Есть, конечно, какие-то вопросы там личные, которые мне задают. А делали вы там пластику? Но я могу на это не ответить. Потому что считаю это личным. Да? Ну, реально имею на это право. Хочу ли я делиться те или иными вещами, или не хочу. Например, там, ботокс я не скрываю. Говорю, что делаю, и не могу сказать, что часто, но делаю. Что мне это скрывать? У меня достаточно такое, если можно так выразиться, подвижное лицо. То есть я мимики хватает с головой. Поэтому он мне нужен, потому что я все время вот так вот эмоционально разговариваю, поднимаю брови частенько. Ксюша, ну что с геликом? Отдали его девочке? Девочке я отдала деньги, я же в сторис это выставляла. Что девочка выбрала деньги, а гелик продали. Мамуля подарила... сумку. Сколько лет, подождите, сколько лет пришлось добиваться признания и популярности? Слушайте, я не могу сказать, что я добивалась признания. Ну, так получилось, что я попала ведущей на один из самых популярных проектов на нашем телевидении, поэтому слава пришла достаточно быстро. Как относишься, когда ребенок растет без отца? Ну, что я могу сказать? Это не очень хорошо, конечно, но если женщина, если у женщины так получилось, то я не вижу в этом ничего криминального. Просто тяжело женщине быть и отцом, и мамой для ребенка. Это да. Что есть, то есть. Нет, наша драка с Собчак была нереальной на Доме 2. Я не могу сказать, что мы с Ксюхой всегда жили душа в душу. Мы, конечно же, ругались и частенько. Но драться мы никогда не дрались. Мне очень смешат еще высказывания, когда люди мне говорят, вот, типа, когда была Собчак, ты молчала, ты была никем. Послушайте, я пришла на телевидение. Ксюша пришла уже туда с именем, бесспорно, она очень умная, интересная. И я реально ее люблю и хорошо к ней отношусь, но так или иначе, это не отменяет того, что Ксюха пришла с громкой фамилией. Мне дали псевдоним Бородина, я, ну, чтобы быть тоже как-то в этой типа политической теме. Безусловно, мне было достаточно сложно, я ничего не могу сказать. Но я не жалуюсь, это был огромный опыт. Но я молчала потом, в какой-то момент, потому что я была вынуждена молчать, потому что были такие условия, и со стороны Ксюхи в том числе. Ей хотелось говорить одно. Ничего страшного. И я не считаю, что я в этот момент была какой-то терпила или еще что-то. Я была девочкой, мне было 22 года. Я попала на один из самых популярных проектов в нашей стране на ТВ. Я получала опыт, я работала. Я выполняла свою задачу на все 100% и даже больше.
Я в какой-то момент уйти хотела, если честно, из-за этого, и руководство об этом честно сказало, просто меня не отпустили и сказали, что во мне нуждаются, что зритель меня любит, что всем нравится, как я веду этот проект. Поэтому и правильно сделала. В итоге я осталась на этом проекте. Стала бессменной ее ведущей, чему несказанно рада. У меня есть мои дети, которые я обожаю. Потом у меня появилась программа «Перезагрузка». Поэтому сказать, что я была терпила, никогда. Я всегда достаточно смелая и критику могу принять, могу не принять и ответить. И что касается Ксюхи, у нас было очень много конфликтных моментов, которые, естественно, там не рассказывались и не показывались. Но я понимаю, что я строила свою карьеру, и даже при всей моей амбициозности, когда я пришла на канал и сказала, что я ухожу, не хочу больше молчать, мне сказали просто, что, Ксюш, тебя любят зрители, мы не хотим тебя отпускать, поэтому все, кто говорят про терпилу, я считаю, что просто эти люди не были в моей шкуре, не знают, что такое быть ведущей, что такое работать с Ксюхой, поэтому я думаю, это просто зависть, вот и все, не более того. Нет, это неправда, что Клюгина будет вести программу «Перезагрузка», по крайней мере, сейчас нет. Мне даже сама Даша написала, сама мне написала в личку, говорит, Ксюх, мне, говорит, даже бабушка звонит, поздравляет с тем, что я веду «Перезагрузку». Но это неправда. Ребят, что касается всех моих бывших там знакомых и подруг, когда вы спрашиваете, что случилось, или ну, хотите, чтобы я вам разъяснила какую-то ситуацию, если честно, я считаю, что это ваша нетактичность. С одной стороны, я понимаю ваше любопытство, потому что вы этих людей частенько видели у меня на страницах в Инстаграме, и отрицать мое общение с ними было бы странно. Но я считаю, когда люди расходятся, это их личное абсолютно желание, или это так случается, и это их личное дело. И почему один человек не общается с другим человеком, я абсолютно не считаю нужным, что вы должны в это лезть и узнавать. Я вообще, конечно, поражена тому, насколько интересен мой женский чат в моем телефоне. У меня, я считаю, наверное, и у Ксюхи Собчак есть такой чат. И не знаю, там, и у той же самой там Бузовой, и у еще у кого угодно, у Иры Аллегровой, наверное, тоже есть. И, может быть, у, ну, я не знаю, вон у нас у каждой, мне кажется, девочки из всех сидящих здесь, вообще популярный человек, не популярный, есть свой чат с своими подругами, есть школьные чаты, есть чаты каких-нибудь отчаянных там домохозяек, вот у нас такой чат есть в нашем поселке. Ну, то есть, и лезть в это во все, и чтобы это было интересно, ну, я даже вот не знаю, что привлекает такой интерес, какая разница, кто с кем дружит. Вот я вот, я, например, вот не знаю, какие-то там читаю телеграм-канал, и там написано, вот, Ксюха Собчак не общается со своей бывшей подружкой, там, такой-то, а я подписана на эту ее подругу, и она мне очень импонирует, но в жизни я не задалась вопросом, а чего они не общаются. Мне зачем это вообще знать? Ну, правда. Чего к чему вообще? Зачем им эти чаты нужны? Зачем вам нужны мои подруги? Мне кажется, если вы на меня подписаны, значит, я вам интересна. Если вам интересны мои подруги, тогда подписывайтесь на моих подруг. Если я делюсь какой-то частью своей жизни, это здорово. Но зачем вам знать, одно дело вам, там, если с мужем, там, да, не дай бог бы я разводилась, но это понятно, вам всем интересны причины. И то, я считаю, это не ваше дело. Но почему ты больше не общаешься с какой-то из своих подруг? Ну, это жизнь, люди все разные, ну, понятно, но просто и должна же быть какая-то тактичность у людей, нет, хоть присутствовать. Вообще, с появлением Инстаграма жизнь публичных людей стала сильно, ну, мы раньше, вот у меня был там, были кумиры, я ничего, кроме там, как из журнала Ку, о них не узнавала. То есть я читала это все там в журналах, если они вдруг дали какое-то интервью.
Сейчас больше повезло, потому что если тебе кто-то импонирует или интересен, ты можешь подписаться и больше узнавать его в жизни. Но чем больше публичные люди дают о себе информации, я вот не готова так кишки наружу выворачивать, понимаете, чтобы быть настолько откровенной, настолько вот прям, хотя я считаю, что и так достаточно откровенно. А я тихо, потому что я ушла на террасу, ребят. Если бы я была сейчас дома, у меня просто теперь у нас появилась терраса в доме, чему я несказанно рада. Я вот теперь, видите, смотрите, так вот тихонечко лежу, а все движение происходит там. А я вот так вот на терраске валяюсь. Убежала от всех, лежу в полной тишине и могу с вами спокойно поболтать. Какого числа квартира разыгрываться, я точно вам сказать не могу. Попей воды, у тебя рот пересох. Мне кажется, это у вас, Кристина, рот пересох. У меня все в порядке. Просто голос осип. Охрип. Да не болела я вчера, в караоке песни пела, отстаньте. В Италии, кстати, у многих, даже у детей, очень сиплые голоса. И вот там вообще не задаются вопросом, а что у тебя с голосом? Просто они еще эмоциональные, все время громко разговаривают, может быть, из-за этого. Ну или, в принципе, там, по природе своей, не знаю. Очень у многих очень хриплые голоса у итальянок. И там никто ни хрена никогда не спрашивает, а что у тебя с голосом? Ты заболела? У нас, если у человека сиплый голос, то все, сразу ты куришь. Ты еще что-то? Стареть нету страха? Наверное, у каждой женщины есть страх постареть. Нет, я не курю, ребят. Никому не советую. Мне даже сейчас противно от запаха сигарет. Я раньше курила. У меня был период, когда я курила. Но сейчас я вижу, когда люди курят, даже рядом с кем-то постоишь, кто курит, или я там выбегаю, когда с работы у нас там курилка есть, и волей-неволей ты все равно пробегаешь мимо. И вот даже вот на секунду мимо пробегая, потом сажусь в машину, куртка сразу воняет сигаретами, меня это прям адски раздражает, я вообще ненавижу. А помните, раньше люди в квартирах курили, я вообще это понять не мог, никогда не могла. Когда люди сидели на кухне, курили, я думала, елки-палки, приходила к своим подругам, а у них дома воняло сигаретами. У нас никогда в жизни, у меня там ни бабушка, ни дед не курили, мама не курила, поэтому у меня только папа, вот царство ему небесное, он курил сигареты, вок, причем тонкие. И то вот дома, ну дома у нас никогда не курил. Вот опять же вопрос, у тебя подруги курят, вот вам зачем знать, курят ли мои подруги? Вот ребята вообще адекватные, нет? «Чужестранка» — очень хороший сериал, мне понравился. Покажите Таюш. Таюша играет где-то. Ксения, что скажете по поводу мужского рукоприкладства? Ребят, мое отношение всегда категоричное к этому вопросу. Никогда... Ну, как я могу сказать? Вот я вам сама женщина. Вот вы можете себе представить, чтобы я сказала... Мужики, бейте своих баб. Ну, конечно же, отношения ужасные, ужасные. Никогда это... Никогда мужчина не должен применять физическую силу по отношению к своей женщине. Знаете, я не посмотрела еще «Собчак с Малаховым», не смотрела. Обязательно посмотрю. Видела какие-то куски. А что скажете по поводу женского рукоприкладства? Мне кажется, это чей-то муж написал.
Ребят, по поводу тейкабум. Очень многие города мне пишут: Ксения, откройте, пожалуйста, у нас здесь тейкабум. Я понимаю, ребят, мы расширяемся по мере возможности. Но просто это вам, наверное, кажется, что открыть детский торговый центр – это очень легко. Попробуйте откроить. Это очень тяжелая задача. Во-первых, нужно найти помещение. Во-вторых, это финансовая история, это нужны огромные вложения. Во-вторых, этим всем нужно управлять. И когда это происходит, превращается все в массовость большую, то есть, по мне, лучше иметь немного такого рода заведений, но качественных. На это все нужно найти очень хороших управленцев в каждом городе, что не очень легко. Поэтому я ни в коем случае не хочу, чтобы этот бизнес размножался некачественно. Я хочу, чтобы всех, как и сейчас, радовали мои торговые центры. Конкретно я не торговый центр, я имею в виду мой развлекательный центр. Чтобы вам это приносило радость, поэтому... А если это превратится все в какую-то массовость, знаете, когда я начну там открывать, здесь, лишь бы открыться, лишь бы с этого бабки срубить. Вот у меня не такой подход к бизнесу. Нет, я не знаю, будет ли франшиза на Тейкабум. Я бы не хотела. Потому что за эту франшизу нужно тщательно следить. С какого возраста с дочками полегче? Мне кажется, с детьми никогда не полегче. Знаете, за детей всегда переживаешь. Как говорится, маленькие детки, маленькие бедки, взрослые детки, большие детки, большие бедки. Поэтому, что касается детей, это всегда, никогда не легче. Всегда родители должны быть начеку, всегда мы будем переживать, никогда нам не будет спокойно. Нет, Бородина – это не девичья фамилия моей мамы. Вот вы еще с такими восклицательными знаками даете эту информацию, вот абсолютно не знаю ее, не проверено. Вот вы похожи на эти лже-журналистов, которые за 3 рубля пишут статейки в интернете. Я сейчас начала смотреть «Острые козырьки», пока, если честно, не пойму. Нравится он мне. «Ликвидация» не пошел. Очень мужской сериал, мне кажется, на мой взгляд. Больше вот мужчины должны его смотреть. Ну, хотя многие девушки мне писали, что они посмотрели, им понравилось. Когда убили его друга, мне сразу стало неинтересно на второй серии, потому что, как его, Филька, или как у него кликуха была, простите сейчас для тех, что я за спойлер. Но я думаю, что не осталось у нас людей в стране, которые еще не посмотрели сериал «Ликвидация». И я такая мужу говорю: а что, его реально убили? Он такой: да. Я говорю: нет, ну сейчас будет следующая серия, окажется, что это не он. Он говорит: да нет, убили. Я говорю: да не может быть. Я турецкий сериал в последнее время не смотрю, ребят. Последний сериал был «Ветреный». Насколько я знаю, вышел следующий сезон, поэтому... Ты, Юня? Ты, Юж? Ты, Юня? Сейчас уже ужинать пойдем, кушать хочу. Пончик, макарончик. Старшую дочь вы практически не снимаете, она же в душе понимает. Слушайте, вы вот идите в блог, правда, такую фигню несете вообще, просто прям вот бред полнейший. Что делаем? Идите сюда, красоточки мои. В прямом эфире. О! О! Любите прямой эфир? О! Кошки прибежали. Она тебя забыла? Я иду сзади, она говорит:
А, она говорит, ты чего идешь? Я такая, а чего? Она говорит, тебя мама что ли звала? Я такая, ну да. Ну ладно, тогда иди со мной. Нет, нет, тебя мама не звала. Позвала, позвала. А, ну я звала Теона. Ну я же знала, что вы вместе. Ой, это Бертик или Шанти? Бертик. Это Бертик или Шанти? Я не вижу. Я не вижу сама, кто там сидит. Это Бертик. Бертик лежит. Язык, язык. А это кто там? Это в прямом эфире, я Масон. Видишь, пишут тебе, какие милые, красотки, кроссовки. Кроссовки. Ай, как это смешно. Там была это, Михалай Дудочка. Маруся красотка. Михалая дурочка. Кто такая Михалая дурочка? Это Анфиса. Какая еще Анфиса? Вы играли, что ли, в какую-то игру? Мы в Ляле играли. А, в Ляле играли. И в кукольный домик, вот этот снежный. Мы новые куклы, тот кукольный домик. Он маленький, кстати, да? Ну, прикольный. Ну, он казался очень огромный в коробке. Казалось, в коробке такой большой. Но он тоже, не, все равно прикольный. Нет, он очень прикольный. Там что-то деталей много. Шанти, нет, не перевоспитался. Шанти живет у нас в пристройке, тут рядышком. Вот, каждый день приходит, мы его кормим, любим, ласкаем, и потом он идет спать туда, потому что Шанти сложно перевоспитать. Я знаю, где я буду теперь все время сидеть. Прикольно тут, да? Это мое место. Все. Не-не-не-не, это мой домик. Не-не-не, это мой скворечник. Это мой скворечник. Вот это мой скворечник. Маша, я по соседству здесь живу. Не, ребят, домик Лу на третьем этаже. Я его показывала, сторис недавно выставляла. И рыбочка. Тихо. Кто-то мне говоришь. Ты, тебе понравилась Малефисента? Спрашивают. Да, конечно. Какая Малефисента? Ну какая? Мы же на помощь на фильм ходили. Да, да, конечно. Какая Малефисента? Какая Малефисента? Малефисефа. Какая Малефисефа? Какая? Ну какая Малефисефа? Малефисефа. Ну какая там колбаска? Какая такая? Малефисента. Какая там? Малефи-колбаска. Малефи-колбаска. Как там? Как там, Маруська? Тея, больно. Это же фонтанчик. Это было смешно. Тея, больно, не трогай волосы. Это мои люди. Тея, отпусти, больно волосы. Господи, сейчас мамим все волосы. Фонтанчик. Мои фонтанчики. Тоже, ой, распустила. Почему все за мной повторяют? Что? Ну, она с тебя, видишь, пример берет. Ну, ты тоже. И я тоже, да? Ты, Юж, как тебе Швейцария? Тебя спрашивают. Понравилось? Что тебе больше всего там понравилось? Расскажи. Уточки. Кто? Уточки. Какие уточки? А еще что понравилось? Расскажи. Как то А, когда на мы озере, на конечно, и лебеди. А лебеди, помнишь, какие красивые да. были? Да, это были лебеди. Ты, ну больно, не надо. А что тебе еще понравилось? А... Всем ты говорила про горы. Расскажи, что там было в горах? Дом большой. М? Дом большой. Были маленькие домики, а не дом большой. Какой дом был в горах? Это отель. Отель ты имеешь в виду? Ну, да. Что там тебе в отеле больше всего понравилось? Кроватка моя маленькая, маленькая. Только ты мне спать не стала, мама тебя забрала почему-то. Ты, ну спасибо, ну хватит. Хватит. Иди себя хорошо, ну расскажи. Расскажи. Выпендрежник. Маруся, тебе что больше всего в Швейцарии понравилось? Мне? Да. Ты, ну не... Ну? Тоже в горах. В горах понравилось больше? В горах понравилось вот на этих подъемниках ехать. Мне тоже понравилось. А бассейн? Что, вы все забыли, какой бассейн у вас был классный? Да, бассейн тоже... Ай! Бассейн тоже был прикольный. Тепленький, да, он был? Все переживали, что вы в холодном бассейне, что мама вас в холодный бассейн кинула. Ты, хватит. Ты, я. Какая мама? А ты можешь туда поставить, на это кольцо камеры? Какая мама, ты, Юж? Ты можешь на кольцо камеры поставить? А? Не, не буду. Я уже все, уже сейчас выхожу. У меня уже батарейка садится. Я кушать хочу. Пойдем кушать. Ну, мать, ну не надо, мне ухо. Привет, Атвен.
вода из глаз. Можешь рассказать стих, который ты бабушке вчера на день рождения рассказывал, такой красивый? Вспомнишь его? Расскажи, Масянь. Ну только бабушка любимая, хорошая, родимая, да всеми уважаемая, оно обожаемое. Желаю гору радости, не вспоминать о старости. Дальше. Быть всегда активной и суперпозитивной. Все. Умничка, молодец, да поделюй, умничку. Все. Молодец. Маруся, а ты расскажи, какой подарок бабушке сделал? Мы сделали стейк-коробочку. На дне коробки лежала моя картина, которую я рисовала. Там был бертик. Потом мишура сверху, потом над мишурой были конвертики. Ну, там конвертики, если она их откроет, там будут открытки, записочки. Потом такая ниточка была, на нее мы сердечко повесили, и бумажки с пожеланиями тоже сверху положили. И сверху нее тейкен подарок, солнышко с вместо лучиков ее руками. И класс. Все, и закрыли коробку. Тыж, бабушка была рада подарочку? Конечно, я свои открывала, она же читала. Читала, да? Когда? Она посмотрела твой подарок, посмотрела мой подарок, а конвертики сказала, что дома посмотрит. Ты уже пошла сразу за нее, весь подарок сразу открыла. Да ладно. Суперпозитивно. Скажи слово суперпозитивно. Ну, не языком. Суперпозитивно. Молодец, как хорошо говорит моя крошечка. Конвертик. Заспила. Теперь это мой дом. Ну, конечно, это я его придумала. Стол красивый. Ну все, прощайтесь, говорите всем до свидания. И ставьте лайки. Что? Что ты сказала? Домой говорит, и ставьте лайки. Скажи всем, и ставьте нам лайки. С орехами. Поехала с орехами. И ставьте нам лайки. Вот так вот, дети нынешнего поколения. Что такое лайки, ты, Юж? Это когда ставьте такой диск и слушайте про Сарену, а потом включаете телевизор и смотрите мультики всякие. А что такое лайк? Ничего. Ничего. Все, всем пока. Пока. И ставьте лайки. И ставьте лайки. Ну ставьте лайки же поскорее. Ну сейчас, прямо сейчас, пожалуйста. Ну пожалуйста. И ставьте лайки. Пока. Все, сохранить эфир просят так завершить, потом надо сохранить. Все смеются, видишь, ты ешь смайлики все со слезками, это над тобой. Почему? Ну, хорошо смеются, наоборот, по-доброму, что ты так размешила всех. Мария, видишь, все смеются, видишь, лайки. И сердечки тебе ставят. Это тебе все, и Марусеньке. У Маруси 3? 103, вот тебе сразу подсчет надо вести. Верти, а тебе ставят лайки, мой пупсичек? Бертрушенька, дай Бертика покажем. А тебе ставят лайки хоть, нет, сыночек мой? А? Тебе хоть одну лайк поставили? Он сынок Таси, да? Да, мама его Тася звали. Не звали, а есть, она жива. Что она жива? Мама его жива. А где она сейчас? Ну, живет со своей хозяйкой дома. Какой хозяйкой? Со своей хозяйкой, ты. У Бертика кто хозяин? Папа, мама, ты, Маруся и Амар. Правильно? Правильно. Так. Ну, ты эту пульт уронила. Я ничего не разбила. Не разбила пульт? Ну, я все. Я разбила его. Разбила пульт? Нет. Смотри. Все, всем пока. Всем пока, Тантуведо!